Instime полностью построен на платформе Instagram, которая сейчас на данный момент является самой вовлеченной, самой активной соцсетью в мире, потому что на данный момент 1,7 миллиардов регистраций уникальных пользователей зарегистрированы в Инстаграме. Каждый день очень большое количество людей проводит там времени, пишут комментарии, ставят лайки, блогеры размещают рекламные интеграции, снимаются разные видеоролики, запускаются проекты, и практически все это происходит в одной соцсети. Потому что сейчас Инстаграм в 7 раз по вовлеченности опережает Facebook, и Facebook даже рядом не стоял абсолютно по тем показателям, которые показывает сейчас Инстаграм. И все рекламные бюджеты с разных соцсетей, YouTube, Facebook, Google, все перетекают в Инстаграм, концентрируются там. Почему? Потому что ваши целевые клиенты потенциальные, которые покупают услуги и продукты, сейчас проводят больше всего времени в Инстаграм. То есть там 2-3 часа провести в Инстаграме для человека – это уже норма, это уже приемлемо, потому что там каждый свайпит. И платформа Instime заключается уникальной в том, что она единственная в мире, и она единственная платформа в мире для органического продвижения и эффективной монетизации своего времяпровождения в Инстаграм, своей активности в Инстаграм. То есть за лайки, просмотры, комментарии, сохранения – можно не просто тратить на это время, но еще при этом получить от этого хороший профит, продвинуть свой бизнес, помочь своему бизнесу, чтобы еще больше потенциальных, еще больше целевых клиентов увидели или услышали о вас, развить свой личный бренд до очень огромного масштаба. И об этом всем мы сегодня поговорим. Поэтому, друзья, сразу перехожу к презентации. И хочу еще заметить, что мы сейчас практически находимся в Украине. Запускается этот сервис тоже с Украины, это большая гордость для нас. И в СНГ Инстаграм абсолютно недооценен. Почему? Потому что на западном рынке, там где американцы, там где люди имеют подписчиков по 100 миллионов, по 150 и так дальше и тому подобное, Инстаграм очень активно развивается. Там за рекламные интеграции, за один пост такие люди, как Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Канье Вест, Джей Зи, Бейонс и так дальше, люди зарабатывают от миллиона долларов за одну публикацию, за одно размещение в Инстаграм. И вы, наверное, наверняка заметили, что 2017-2018 год и 2019 сейчас в том числе продолжается такой хайп Инстаграма. Почему? Потому что очень много появилось блогеров, лидеров мнений, людей, которые благодаря тому, что начали вести свои социальные сети, свои учетные записи в Инстаграм, начали зарабатывать не только десятки тысяч долларов, но и реально и 100. И как раз-таки многим странам, правительствам многих стран нужно сказать Инстаграму огромное спасибо. Почему? Потому что появилось очень много рабочих мест, таких как SMM-щики, пиарщики. Точнее, они не появились, они смогли еще больше зарабатывать благодаря Инстаграму. Потому что все, абсолютно все сейчас перетекает в Инстаграм. Итак, переходим непосредственно к нашей презентации. Итак, что такое Instime? Первая в мире платформа для органического продвижения в Инстаграме, для эффективной монетизации своей активности в этой соцсети. На данный момент сейчас сервис уже проходит 7-й день официального предстарта. И на протяжении этого времени в сервисе очень много лидеров мнений, которых знает практически весь мир без преувеличения. И сейчас на данный момент, если мы говорим конкретно об Украине и России, то официальными амбассадорами Инстайма являются такие, как Серега, Сергей Пархоменко. Многие его слышали, знают за песню «Бумер». Это Сергей Бадюк. В Украине такие личности, как Леся Никитюк и многие другие, о которых вы будете узнавать уже в Инстаграме, когда они будут постить все записи и представлять интересы Instime на международной арене, потому что на данный момент сейчас больше 2000 только одних блогеров, которые являются уже активными пользователями Instime, которые уже используют, протестировали на себе услуги, оценили их преимущества и продолжают транслировать это в массы. Ну, для того, чтобы сейчас не занимать время, вы эти видеоролики, там, где Сергей говорит о сервисе Instime, и Сергей Пархоменко и Сергей Бадюк говорит о сервисе Instime, вы можете найти их в Ютубе уже. И чтобы сейчас не занимать время, мы сразу перейдем к другим понятиям. Вот, то, что я говорил конкретно о цифрах, что конкретика. Почему выбрала платформа Instime вообще Instagram? Потому что на июнь 2018 года насчитывался 1 миллиард активных пользователей. 4 миллиарда 200 миллионов постов получают в лайки, это ежедневно. 95 миллионов сообщений в день, 500 миллионов ежедневных активных пользователей в Instagram Stories. То есть представьте, на минутку, у вас
И записав всего лишь одну сторис за 15 секунд, вы можете показать огромному количеству аудитории о преимуществах, которые они могут получить, приобретая их продукт или заказы их услугу. То есть как практически сейчас делает большинство. И если вы активный пользователь Instagram, вы наверняка постоянно встречаете таргетированную рекламу, потому что это сейчас на данный момент самый эффективный был до Инстайма вариант того, чтобы продвинуть свой бизнес и показать его целевой аудитории. Идем дальше. Оценка ресурса. Вовлеченность пользователя Instagram в 7 раз выше, чем у ближайшего конкурента Facebook. И стоимость рекламы в Instagram, которая порой достигает 6-значных сумм, при этом остается самой дешевой при пересчете на один контакт. Это действительно так. И для примера, реклама у Kylie Jenner, то, что я и говорил, стоит от 1 миллиона долларов. Способы заработка в Instagram, сейчас их есть несколько. Это такие, как продажа рекламных публикаций. Вы можете находить интересные тематические бренды, продавать их рекламу в своей ленте, представлять, быть их амбассадорами, договариваться. То есть возможностей на самом деле много, было бы желание. Продажа своих товаров и услуг. То есть если у вас кто-то покупает рекламу, значит это приносит клиентам. И наверняка вы подписаны на многих блогеров, которые ежедневно в своих сторисах транслируют и показывают какой-то продукт, какую-то услугу, рассказывают о рекламе. И амбассадорами брендов, которых являются. И это происходит каждый день. То есть практически представьте, насколько большие суммы, рекламные бюджеты, я говорю о рекламных бюджетах, насколько большие суммы аккумулируются именно в Инстаграме. Реклама на партнерских программах. То есть если у вас нет своего продукта, рекламируйте чужой за процент от продаж. Ну, это распространенная история. И услуги SMM. То есть научились продвигать себя, помогите тем, кому это необходимо. И вы заметили, наверняка в 2018 году был хайп диджитал-агентств. То есть многие посоздавали диджитал-агентства, продвигали продукты, потому что абсолютно любой бизнес, который есть в интернете, в Инстаграме он может получать целевой трафик. Поэтому грош вам цена, если вы не представлены в Инстаграме. Дальше идем. Сразу пример. Представьте, у вас 1,2 миллиона подписчиков. Рекламный пост у вас на странице может стоить 3000 долларов. Но это минимум. Это при минимальных раскладах. И каждый день к вам обращаются рекламодатели, и вы выбираете то, что вам рекламировать, а что нет. И таким образом, имея всего лишь 1,2 миллиона подписчиков, почему говорю всего лишь? Потому что в СНГ на самом деле это недооценен ресурс. 1,2 миллиона подписчиков реально сделать. Вот. И имея такую огромную аудиторию, представьте, насколько сильно, насколько много, насколько разных возможностей продвигать, рекламировать услуги и насколько сильно вы можете монетизировать эту аудиторию. И это происходит практически каждый день, потому что это нескончаемый поток лидов, нескончаемый поток клиентов, нескончаемый поток денег. Ваш карман, если вы правильно рекламируете, доносите услугу, ну и, соответственно, вы какой-то человек, за которым интересно следить, который не просто ведет свой Инстаграм, а дает людям, вашим подписчикам, какую-то пользу. Так, вопросы, которые, скорее всего, возникают у всех пользователей Инстаграм. То есть, как я могу использовать Инстаграм, чтобы сделать мой бизнес процветающим? Молодежь, она уже более разобралась в этом моменте. А вот как раз-таки для людей, которые только-только изучают свой Инстаграм, это один из самых часто задаваемых вопросов. То есть, как я могу монетизировать свою аудиторию на десятки, а то и сотни тысяч долларов? Как я могу увеличить рейтинг своего аккаунта в Инстаграме? Как я могу получить 100-200 тысяч подписчиков, 1 миллион или еще больше живых, не ботов, не накрутки, живых подписчиков? Как я могу развивать свой личный бренд, не тратя на это много времени и усилий? Как я могу стать популярным и зарабатывать на своем Инстаграм-аккаунте? И как я могу зарабатывать, рекомендуя платформу другим? Вот как раз после этой презентации ответы на все эти вопросы мы дадим. То есть на протяжении всей абсолютно презентации вы будете получать на них ответы. Поэтому, друзья, сейчас услуга, которую предоставляет Instime, платформа Instime, повышает взаимодействие аудитории с вашим контентом в виде дополнительного трафика на ваш Instagram-аккаунт. Это, а какие именно взаимодействия? Это просмотры, это лайки, это комментарии, это сохранение. Эти четыре параметра как раз те, которые влияют на ранжирование ваших постов, как раз те, которые влияют на показ на еще большую аудиторию ваших подписчиков, потому что вы же знаете, что Instagram постоянно урезает охваты, потому что он заинтересован, чтобы вы вливали рекламный бюджет в таргетированную рекламу, в официальную рекламу Instagram, чтобы больше подписчиков вас видело. Потому что даже если у вас есть 100 тысяч подписчиков, когда вы публикуете какой-то пост,
абсолютно нет гарантии того, что эти 100 тысяч человек увидят, потому что сейчас все меньше и меньше и меньше как раз-таки урезается охват. И как раз-таки уникальность Инстайма заключается в том, что благодаря этому взаимодействию, благодаря дополнительного трафика на ваш Инстаграм-аккаунт, благодаря платформе Инстайм, вы можете сделать так, что еще больше и больше людей будут видеть вас, ваш бизнес, ваши услуги, если это личный бренд, то развитие вашего личного бренда и так дальше и тому подобное. Вот. А также это возможность зарабатывать, рекомендуя платформу другим. Это партнерская программа по тренарной системе маркетинга, о которой расскажет уже сооснователь проекта Вадим. Итак, в чем заключается услуга, которую предоставляет платформа Инстайм? В том, что всего лишь за условную сумму человек получает 300 живых комментариев в месяц, 1000 сохранений, 30 тысяч лайков от живых людей и 50 тысяч органических просмотров на ваши видеоролики. То есть такое количество активности, приобретая подписку в Инстайм, человек получает на свой Инстаграм-аккаунт, и в зависимости от тех лимитов, которые есть, и от тех результатов, которые вы хотите получить, вы можете их использовать. Это все делается очень просто. И сделав всего лишь минимальную активность, эта услуга может удвоиться. То есть вы уже можете, определенные условия выполнив, получить 100 тысяч просмотров вместо 50, 60 тысяч лайков вместо 30, 500 комментариев вместо 300 и 2000 сохранений. Как это получить? Об этом тоже расскажем немножко позже. Идем дальше. Вот. Вы абсолютно на весь контент, который есть у вас в Инстаграме, будь то видео, будь то фотоконтент, можете заказать продвижение в виде лайков, сохранений, просмотров и комментариев. И благодаря тому, что абсолютно все пользователи Инстайм, абсолютно все клиенты Инстайм, которые находятся внутри системы, они будут получать эти задания на эти же лайки, комментарии, просмотры, сохранения, и таким образом будет происходить взаимодействие в самой платформе, что вам даст возможность еще больше увеличить охват и прямым направлением попасть в топ, где вы можете зацепить еще огромнейшее количество органики. Вот. И сейчас давайте уже подходим к тому моменту, там, где я хочу представить человека, который является сооснователем проекта, человеком, который на протяжении 10 месяцев реализовывал этот проект. Это Вадим, сооснователь проекта, поэтому если был бы зал, я бы сказал бы поаплодируй. Просто знайте, что это гениальный ум 21-летний, который приложил руку к тому, чтобы то, благодаря чему сейчас многие люди получили возможность продвинуть свои Инстаграм-аккаунты и заработать, просто возможность на миллион. Поэтому Вадиму передаю слово. Так, сейчас мой микрофон. Спасибо еще Вадиму. Да. Так, вот микрофон. Да. Так, всем привет, друзья. Всем хорошего вечера. Спасибо, что вы с нами сегодня. Я более детально расскажу о самой услуге, о самой механике работы сервиса. Расскажу вам о промоушене, материалах, которые мы для вас готовим. Различные бонусы, акции и так далее. И добавлю немножко информации по вопросам, которые вы задаете. Почему именно просмотры, лайки, комментарии, сохранения? Это ключевые основополагающие. Так, одну секунду. Давайте. Да. Вот, спасибо. Вот. Это ключевые элементы, которые влияют на рейтинг вашего аккаунта. С помощью них Instagram собирает о вас статистику. Таким образом, вы можете попадать в топы, можете попадать в рекомендации. И, соответственно, меняется коммуникация с вашей аудиторией. То есть, если рейтинг вашего аккаунта минимален, тогда вряд ли ваши посты будут отображаться. Сейчас, одну секундочку. Спасибо. Да, еще раз. Почему именно просмотры, лайки, комментарии, сохранения? Это ключевые элементы, которые влияют на, это ключевые показатели, которые влияют на ваш Инстаграм-аккаунт в целом. Не только на посты. Если у вас есть один пост, который попал в топ, вы только начали пользоваться Инстаймом, это еще не гарантирует, что у вас будет очень хороший рейтинг аккаунта. Если до этого аккаунт вы накручивали себя различными ботами,
накрутками и другими способами продвижения, которые не совсем поощряют Instagram, тогда вам теперь нужно вдвое больше использовать наш сервис. С помощью этой услуги вы повышаете рейтинг своего аккаунта. Это дает вам дополнительный охват, дополнительный лидов, клиентов и так дальше по самим локациям, по хэштегам. И, возможно, вы пойдете в вкладку рекомендацию, если вам интересно тоже, что интересно другим людям. Соответственно, помимо этого, у вас еще увеличивается возможность охватить свою аудиторию побольше. Если у вас низкий рейтинг Instagram аккаунта, тогда не все ваши подписчики видят ваши посты. Далеко не все. Вы можете выложить пост, но из-за рейтинга вашего аккаунта его не увидит 90%, может 95%. То есть у вас может быть 1 000 000 подписчиков, и из них только 50 тысяч будут видеть ваши посты. Из-за того, что вы, возможно, используете различные сервисы накрутки, это mass following, может быть, и тому подобные услуги. Наш сервис позволяет немножко изменить эту динамику и делать так, чтобы восстанавливать жизнь вашего аккаунта, так сказать. И, соответственно, все больше и больше подписчиков будут видеть ваши посты и, соответственно, вашу ленту. Как же это все работает внутри платформы? Когда вы оставляете задание другим людям, то есть когда вы хотите продвинуть свой пост, неважно, в комментарии, это лайк, просмотр и так далее, это молниеносно получает уже пользователи онлайн, которые в системе находятся, в виде задания. То есть они видят задание, если этот контент является каким-то неприемлемым и так далее, для каждого нормы приемлемы свои, если он нарушает какие-то правила, у вас есть всегда возможность отказаться от задания. Вы можете пожаловаться на него, либо пропустить. Вот. Если все же хорошо, тогда вы переходите на страницу и помогаете другим пользователям сервиса. Вы их либо комментируете. Кстати, касательно комментариев. На нашем сервисе мы боремся за то, чтобы все было максимально качественно, чтобы все были довольны. Поэтому есть ограничения. Минимум 3 слова в комментарии. Желательно писать даже больше и писать тематическое. Надеюсь, что у нас много креативных людей. Также задание может быть там, поставить лайк, просмотреть видео, либо сохранить себе пост. Так. Взамен, когда вы делаете то же самое, если вы активный пользователь системы, вы получаете себе намного больше. То, что сказал Вадим, вы получаете себе 30 тысяч лайков на месяц, вы получаете себе просмотры и так далее, при этом в день всего лишь 30 заданий. Но важно понимать, что 30 заданий правильно выполненных. Если вы будете комментировать людей и не придерживаться правил проекта, то есть ставить им один комментарий, либо 3 смайлика, либо писать какие-то запрещенные комментарии, которые не соответствуют правилам проекта, какие-то ругательства и тому подобное, а сервис не будет засчитывать вам эти задания и будет давать вам новые. Соответственно, вы можете выполнить и больше заданий, но только 30 правильных засчется. Также в нашем проекте есть подписчики, но они не являются услугами. Подписчики работают в рамках нашей структуры. Структура называется «Вторичное дерево». Все эти подписчики – это пользователи, которые оплатили услугу. То есть только те люди, которые оплатили услугу, оплатили вступной взнос для нашего премиум-клуба, премиум-сообщества, они являются вашими подписчиками. Соответственно, это максимально качественная аудитория, это максимально премиумная аудитория. С ней комфортно общаться, с ней легко советоваться, и ей довольно-таки легко предлагать свои услуги. Очень важно понимать, что даже когда вы пишете человеку комментарий, вы ему написали комментарий, он все равно зайдет на ваш профиль и глянет, что кто вы такой, что за человек ему написал комментарий. Чем более качественно вы это сделаете, тем больше шансов, что он на вас попадет на вашу страницу и произойдет взаимодействие между вашими аккаунтами. То же самое с лайками. Когда вы лайкаете людей, обычно люди хотят узнать, кто их лайкнул, им это интересно. Поэтому в том числе с помощью этого мы повышаем вовлеченность пользователей. Переходим дальше. Что же такое рекомендации, топы и рекомендованные в самом Инстаграме? В чем смысл всей этой истории? Если за короткий промежуток времени, с того момента, как вы выложили пост, на нем началась бурная активность, то есть люди начали массово комментировать, лайкать, смотреть, им стало интересно, это вызывает какой-то ажиотаж. Тогда Instagram предлагает всем остальным пользователям, которым интересна та же тематика, взглянуть на ваш пост. Возможно, им это будет тоже интересно, получить дополнительный охват. То есть это то, что по факту мы дадим сервису InStime. Мы собираем, в том числе сейчас, вот именно то сообщество, которое будет помогать каждому. То сообщество, которое даст каждому шанс выбиться в топы.
Почему шанс выбиться в топы? К сожалению, наверное, с каждым днем все сложнее и сложнее добиться каких-то определенных успехов в сети Instagram. Есть десятки, даже, наверное, сотни уже людей, которые стоят на вершинах. Есть сотни автоблогеров, есть сотни красивых девушек, которые занимаются в зале. Есть сотни бизнесменов, которые пытаются обучить других людей заниматься бизнесом. То есть, грубо говоря, все ниши уже более-менее заняты. Тяжело туда попасть. Тяжело быть эксклюзивным, тяжело быть новым. И, соответственно, обычный человек, который не хочет вливать десятки тысяч, а может и сотни тысяч долларов себе в рекламу, у которого даже нет таких денег, который не уверен в том, что он сможет потом это купить, он не попадет в топы, он не может быть замеченным, он такой же, как и все. Но с помощью нашего сервиса вы попадаете в топ, вы попадаете в рекомендации. И там вы уже можете быть замечены. Вы можете быть замечены не тысячу людей, не 10 тысяч, это могут быть сотни тысяч людей, которым интересно то же, что и вам. Помимо того, что когда вы набираете какую-то определенную аудиторию в самом Инстаграме, вам уже поступают рекламные интеграции от рекламодателей, которые сейчас идут с телевизора в сети социальные и в основном Инстаграм. То есть помимо того, что вы можете заработать уже в нашем проекте, о чем я расскажу немножко позже, вы можете монетизировать спокойно, свободно свой Инстаграм-аккаунт. Вы можете работать с рекламодателями, делать рекламные интеграции, это сторис, это посты, это видео. Мы ни в коем случае не претендуем на ваш аккаунт и на все ваши данные, либо на какой-либо ваш заработок. Что это значит для нашего пользователя, активного пользователя? Вы расширяете свою сеть подписчиков органически. Что это значит? Инстаграм в том числе смотрит, каким образом у вас появляются подписчики. То есть не может быть такое, что вы там живете себе спокойной жизнью, все у вас хорошо, тут вдруг через 30 минут у вас там 20 тысяч подписчиков навалилось. Если это люди не между собой не связаны, если это люди с какого-то там далекого Китая, вы с России, Украины, Казахстана, Бразилии, неважно откуда-то, у него начинает вызываться подозрительность. А Инстаграм начинает понижать вам рейтинг аккаунта. Возможно, они там даже его заблокируют в каком-то мере. То есть не заблокируют физически, но дадут вам какой-то теневой бан, сильно порежут рейтинг, и вам придется его вручную восстанавливать, в зависимости от того, сколько людей к вам дошло. В нашем же проекте все подписчики являются членами вашей команды, структуры. Это люди, которые заходят после вас. Это друзья ваших друзей, это знакомые ваших друзей и так дальше вниз. Соответственно, люди между собой связаны. И это не появляется в секунду там миллионами. Это все постепенно нарастающей волной. Поэтому в данном случае полностью соблюдаются все алгоритмы, все принципы работы Инстаграма, является полностью органическим. Таким образом, вы повышаете свою сеть подписчиков, увеличиваете ее, расширяете ее, и при этом у вас не падает рейтинг, как обычно, от всяких накруток, а растет, потому что у нас все живое. Можете быстро продвинуть свой личный бренд или бизнес. Для людей, которые занимаются бизнесом, особенно на малый бизнес, средний бизнес, это очень хорошая площадка. Когда я начинал делать свои бизнесы, мне было тяжело. Мне сразу были какие-то тяжелые, большие цифры неуменяемые. Там, мне нужно дать кучу денег в рекламу, я не знаю, сработает она или нет, мне нужно найти правильных маркетологов и очень большой объем работы выполнить, с которого мне никто не гарантирует, что я что-либо получу. В нашем сервисе за весьма маленькие деньги вы можете показать свой товар, либо какой-то свой бизнес десяткам тысяч людей. И это люди, которые оплатили услугу, которые такие же, как и вы. То есть это люди с деньгами, которые могут себе позволить купить себе подписку, которые не копили там себе 3 месяца, чтобы купить что-либо, там новую кофту. Нет, это более премиальная аудитория. Соответственно, с этой аудиторией легче работать. Ей легче, грубо говоря, продать. То же самое для своего личного бренда. В нашем проекте вы можете быть замечены. Вы можете быть замечены другими известными людьми. Вы можете начать делать различные коллаборации между собой. Потому что сервисом в основном пользуются люди для личного бренда, либо для своего бизнеса. И люди для личного бренда легко могут коммуницировать между собой, делать различные пиар-ходы, взаимопиары и тому подобное. Что еще повысит рейтинг вашего аккаунта, и вы еще получите дополнительный охват и услугу с помощью нашего сервиса. Монетизируйте свою активность в Instagram с первого дня нашей регистрации. Да, помимо того, что вы монетизируете свою активность в Инстаграме, вы еще и зарабатываете в Инстайме. Каким образом? У нас есть партнерская сеть. Мы не позиционируем себя как сетевая компания. Я лично вообще не соображаю в сетевом маркетинге. Мы делали проект с партнерской программой, чтобы не вливать опять эти бешеные бюджеты в рекламу и тому подобное.
Что это значит? Это значит, что если вы позовете своего товарища, вы получите определенный процент от стоимости его подписки, о чем мы поговорим чуть дальше. Таким образом, приглашая друзей в эту платформу, советуя им хороший полезный сервис, вы еще можете себе и заработать. Идем дальше. Вот, мы и дошли к нашей партнерской программе. Итак, за личное приглашение, то есть приглашение лично мое, которому я дал свой промокод человеку, он по нему зашел и оплатился, я получу с его подписки ежемесячно 15% от стоимости подписки. Подписки на данный момент у нас одного типа, но мы готовим большое обновление, о котором я тоже скажу немножко позже. Будут различные типы подписки и будут варьироваться суммы стоимости их. Соответственно, 15% от стоимости подписки ежемесячно вы получаете всего лишь один раз по своему товарищу и каждый месяц получаете. Далее, первые 4 линии под вами. У нас в проекте используется система троичного дерева. Соответственно, первые 4 линии – это ваших 3, 9, 27 и 81 человек. 120 человек в совокупности. С них, с каждого человека, вы получаете 5%, если они являются активными пользователями. Очень важно понимать, что это не обязательно люди, которых вы лично позвали. Это могут быть люди, которые позвали ваши друзья. Это может быть люди, которые упали вам переливом от человека, который вас позвал. Допустим, до меня здесь сидел Вадим. Если бы Вадим позвал бы меня и еще 2 человека, у него бы заполнилась его первая линия. Когда он позвал бы своего 4-го человека, он бы помог своему первому. То есть первый человек, которого позвал бы Вадим, он бы еще не успел ничего сделать, не успел позвать своих товарищей, но уже с помощью Вадима, его активного лидера, наставника, человека, которому посоветовал эту услугу, он бы уже дополнительно заработал. И так может делать абсолютно каждый человек. У каждого человека есть своих 15 уровней в троичном дереве. Еще очень важно знать, что то есть, я думаю, многие люди сталкиваются с этим, особенно различные блогеры, люди, связанные с телевидением и так далее, что не каждый месяц, не каждый день есть рекламная интеграция. То есть какого-то гарантированного ежемесячного дохода не дает там практически ни одна компания. Бывают контракты там на год, на два, но это в виде исключения. Соответственно, людям, которые занимаются медийными инструментами, которые медийные, которые работают с аудиторией, работают с публикой, им, конечно, хочется какой-то гарантии стабильности, дохода, спокойствия. И в этом и есть для них уникальность нашего сервиса. Всего лишь единожды сделал работу, человек гарантированно и постоянно зарабатывает деньги, ежемесячно. Один раз сделал работу, ежемесячно зарабатывает. Нет такого, что на следующем месяце мы сказали, нет, извини, у нас не выделенный бюджет на тебя. Раз сделал работу, твои пользователи активны, ты с них зарабатываешь. Все, по-моему, честно. Так, немножко промоушена. Создав всего из 3 человек команду, из 3 человек в течение недели, вы дополнительно получите в качестве акции месяц бесплатного пользования платформой. То есть вы позвали первую неделю 3 человека, они купили подписку, они стали активными пользователями, и вы получили себе бесплатный месяц пользования платформой. Вы за нее не заплатили. По-моему, очень хорошо. Обучение. Есть люди, которые только-только заходят в Инстаграм, которым интересен Инстайм по различным причинам. Кому-то интересно рекламировать свой бизнес, попробовать, как это работает в социальных сетях. Кому-то интересен заработок. Нет, не важно. Для всех этих людей мы готовим, и скоро появится вкладочка обучения. Обучение пользования Инстаграмом, обучение, как вести свой правильный контент, как быть интересным пользователем. Также люди, которые позвали 3 человека, не в течение недели, а вообще получат доступ к дополнительному функционалу. Изначально мы сделали сервис таким образом. Мы собрали основные элементы, которые позволяют вам выйти в топ, рекомендации и повышать рейтинг вашего аккаунта. Но дополнительно к этому всему, с помощью нашей же органики, с помощью нашего премиум-сообщества, с помощью же вас в том числе, мы можем реализовать дополнительный функционал. Это просмотр сторис, это просмотр трансляций и тому подобные услуги. Переходим к нашему троичному дереву. Почему троичное дерево? Потому что первая линия строго ограничена 3 ячейками. Над вами, слева и справа. И у каждого человека его первая линия строго ограничена 3 людьми.
Соответственно, первый месяц, если вы позовете всего лишь 3 человека, это ваших товарищей, и научите их тому же. Скажите, что если они позовут тоже 3 человека всего в свою первую неделю, они получат большое количество бонусов. Они получат доступ к дополнительному функционалу. Они получат возможность как минимум вывести средства, которые они заработали. Они получат себе дополнительный месяц бесплатный. И они получат себе еще дополнительный трафик бесплатный, кстати, к которому нужно будет вернуться. Вот, соответственно, если все идет по стратегии, то за первый месяц, при том, что вы позвали всего 3 человека, вы уже заработали себе 120 подписчиков. То есть люди, которые подходили от ваших друзей и знакомых, они являются вашими подписчиками. И вы заработали себе в виде бонуса, в виде вознаграждения $370 ежемесячно. Если все двигается так же, то во втором месяце это уже 9840 подписчиков. Вот за 2 месяца получить себе 9840 подписчиков, настоящих подписчиков, живых, которые оплатили услугу, такой самый премиум сообщества, это такое из мира фантастики. Но наш сервис дает это реальность на себе прочувствовать, делает это реальным. Помимо этого вы получаете $22915 ежемесячно. Такой зарплаты даже нет у айтишников в Гугле либо Майкрософте. То есть об этом люди могут только мечтать. Но вы можете сами перечитать все цифры, это все вполне реально. То есть пятая линия у нас становится 243 человека, шестая 729, седьмая 2187 и восьмая 6561. Суммарно со всех этих людей 9840 человек вы получаете по 4%. Плюс вы получаете с первых 120 человек еще $370. Отсюда и получается такая сумма. Далее, если все идет идеально, вы можете получать себе просто немыслимые объемы денег и подписчиков в том числе. И это только 12 линий отображено на слайде, но мне уже страшно его называть. А есть еще 3 линии, которые еще больше. Итак, для кого же полезна наш сервис, наша услуга? Для обычных пользователей, как минимум. Потому что пользователь, он ради чего-то зашел в Инстаграм. Это либо наблюдать за кем-то, либо показывать людям свою жизнь, свою историю, делиться с людьми происходящим. Таким образом, он сможет поделиться с большей аудиторией. Он может донести большему количеству людей свои идеи, возможно, свои фантазии, свое творчество и так далее. Это возможно интересно предпринимателю, даже невозможно, а точно. Потому что у нас уже есть реальные кейсы, которые, наверное, мы на сессии вопрос-ответим вам скажем, где люди успешно продвигают свой бизнес, где люди даже не ожидали этого. Они попробовали и очень сильно удивлены. Всего лишь там пару дней, они уже получают себе активных покупателей, клиентов, лояльных к ним клиентов. И блогеры. Почему это интересно для блогеров? Блогеры – это люди, которые, их еще называют инфлюенсерами, лидерами мнений. Это люди, которые имеют очень большую аудиторию. Это не обязательно Инстаграм, это может быть различные социальные сети, это может быть YouTube. Но тут, наверное, более всего интересно для блогеров в Инстаграме. Люди, у которых есть миллион подписчиков, выделив всего 5 минут своей жизни на наш сервис, отрекламировав его, дав людям промокод, с миллиона человек они легко могут завести проект, 1000 человек, 2000 человек, которые станут участниками их команды. Соответственно, когда они заводят такие большие массы людей, эти люди становятся друг под друга. Блогер помогает своим подписчикам заработать средства. Даже если у этих подписчиков не было денег, каких-то больших, то представим, что первый человек, чтобы один блогер посылал 1000 людей. 1000 людей пришло по его промо-ссылке. Соответственно, первому, который зашел человек от блогера, он себе уже получил 303 человека в команду. 303 человека в команду – это примерно $750 ежемесячно от того, что он просто успел зайти. Далее всем людям, которые позаходили друг по другу, они уже получили себе бонусы, даже еще не успев ничего сделать, если они успели оплатиться. Они захотят деньги вывести из системы. У нас есть обязательное правило в системе. Чтобы вывести средства, нужно позвать своих 3 товарища. Вы зовете своих 3 товарища, тогда у вас возможен вывод. Вы можете выводить свои деньги. Соответственно, блогер, позвав всего лишь 1000 человек, дал заработать своей аудитории, заработал своей аудитории еще и подписчиков и заработал себе втрое больше подписчиков. Потому что 1000 человек позовет по 3, чтобы заработать и вывести себе деньги. Соответственно, блогер, уделив всего лишь пару минут своей жизни, записал какую-то одну всего лишь сторис, либо сделал один пост, уже увеличил количество всех подписчиков, лояльно к нему аудитории, повышил свою репутацию среди них, дал им заработать и сделал их счастливыми. Также для блогеров это интересно, потому что это ежемесячная прибыль, постоянная.
С чего начать? Во-первых, нужно узнать о сервисе от кого-то своего товарища, потому что без промокода мы зайти не можем в сервис. Нужно где-то взять промокод. Нужно попросить промокод у человека, у которого вы узнали о сервисе. Если вы узнали от кого-то об этой трансляции, напишите ему, я думаю, что он уже есть в нашем сервисе, и вы можете взять у него промокод. Далее вам нужно пройти простую регистрацию. Ранее у нас она была по смс, по номеру телефона, но из-за большой благодарности очень много людей заходит со всего мира к нам, и далеко не у всех хорошо работают сотовые операторы. Мы добавили возможность подтверждать свой аккаунт, верифицироваться с помощью электронной почты. Теперь не будет проблем людей, которые жили на каких-то островах, у которых проблемы с сотовыми операторами, создать себе аккаунт. Далее нужно выбрать себе пакет, который вы хотите. Минимальный пакет стоит $58 ежемесячно. За это вы получаете себе услугу и все остальные возможности. Оплатили подписку. У вас есть некоторое время, чтобы попробовать сервис. То есть такой демонстрационный режим. Вы можете заказать себе продвижение, попробовать, как это работает. После этого вам нужно будет выполнять задания. Заданий немного, всего лишь 30 заданий на день. При том, что вы получаете себе там только лайков более 30 тысяч, выполнить 30 лайков для других людей, это не составляет большой трудности. Задания не будут не обязательно лайки, это могут быть комментарии, просмотры, ну и как мы это с вами уже обсуждали. Вот. Выполняйте задания, далее используйте трафик для своих публикаций. Выводите их в топы, рекомендации, выводите свои бизнесы в топы. Развивайте свою команду. Чем больше людей в вашей команде, тем больше у вас подписчиков, тем больше к вам приходит трафика, тем больше вы зарабатываете. И постоянно наблюдайте и радуйтесь, как растет ваш баланс. И во вкладочке «Статистика» вы можете проследить, как быстро это все растет. Вот. Презентация у нас закончилась. О чем еще расскажу? У нас есть различные виды промоушена. Сейчас. Это различные акции, это бонусы, это материалы для людей, это креативы и тому подобное. Один из них – это позовите свои 3 товарища первую неделю проекта после того, как вы зарегистрировались. Не после того, как вы купили подписку, а после своей регистрации у вас есть 7 дней, чтобы позвать своих 3 товарища. Если вы успеваете это сделать это время, и они оплатились, активировались в системе, вы получаете следующий месяц бесплатно. Вернемся к слайду про трафик. На данный момент у нас есть промо-акция, о которой мало кто знал. То есть все люди, которые сейчас заходят на данный момент, они получают 100 тысяч просмотров на месяц, 60 тысяч лайков, 500 комментариев в месяц и 2000 сохранений. Это работало в качестве промо-материала. Соответственно, оно все может остаться за те же деньги, но для этого нужно делать какую-то минимальную активность. Люди, которые уже купили подписку эту с такими цифрами, их купят в течение недели, они, такой пакет у них и останется. После этого времени пакет будет уменьшен, но его можно вернуть, позвав всего лишь 3 человека в систему. То есть, соответственно, если вы зовете 3 человека в систему в месяц, приглашаете, они становятся активным, то вы вместо 50 тысяч лайков получаете 100 тысяч. Вместо 30 тысяч лайков получаете 60 тысяч и так далее. То есть вы удваиваете свой пакет, если вы позволите 3 человека в месяц, и они активировались. Также, чтобы иметь доступ к выводу средств, вам тоже нужно позвать всего лишь 3 человека. То есть это основная стратегия проекта. Мы не мотивируем людей, лидеров и блогеров и так далее, чтобы они звали там десятки тысяч людей. Нет, если всего лишь каждый человек будет один раз позовет 3 человека в систему, один раз всего за неделю, и каждый будет делать то же самое, то все цифры, которые мы с вами видели за первый месяц, за второй месяц и так далее, они реальны. Поэтому мы всячески мотивируем от платформы каждого пользователя позвать 3 человека. Это не очень сложно, это не очень дорого, и ценность этой услуги, она очень большая. Дальше вы получаете доступ к дополнительному функционалу. Это просмотр сторис, это просмотр ваших онлайн-трансляций и тому подобные сервисы. На данный момент еще работает промо-материал, что, вернее, он будет всегда работать. Первый месяц, когда вы позвали своего товарища, вернемся к этим цифрам тоже, партнерская программа, комиссия за личное приглашение 15%. 15% работает в первый месяц от того человека, первый месяц
с момента, как вы позвали человека. То есть первый месяц вы получаете человека 15%, а во второй месяц после его оплаты вы уже получаете 10%. Это не особо сильно отражается на ваших финансах, это не отражается на балансе, потому что личных приглашений у людей обычно немного. Это может быть 20 человек, это может быть 10 человек, это может быть 3 человека. Поэтому разница будет максимум $5-10 ежемесячно. Вот. Но акция и этот промо-материал работают и, скорее всего, будут работать всегда. То есть в первом месяце мы получаем 15, в остальном месяце мы получаем 10 за него. Идем дальше. Дальше для лидеров, у которых есть 3 приглашения и у которых уже более 100 человек в команде, будет специальный вебинар, специальное сообщество, которое мы объявим во вторник. И соберем всех этих людей, проведем с ними презентацию, познакомимся с ними, и они перейдут в такую вот основную активную лигу пользователей. Поэтому, если у вас есть 3 приглашения и еще нет 100 человек в команде, то мотивируйте своих людей, добивайте себе этих людей. Это должны быть не обязательно оплаченные люди, просто 100 человек в вашей команде. Тогда вы попадете в комнату лидеров, в сообщество лидеров проекта. Вот. Я думаю, сейчас мы перейдем к сессии вопросов и ответов. Позову нашего Вадима, амбассадора. Да, мы сейчас перейдем к сессии вопрос-ответы. Я вот буквально, пока Вадик рассказывал вам о продукте, находился в командных чатах, там, где люди активно развивают Instant, там, где люди переписываются, дают обратную связь, кто-то говорит, кого он подключил, то есть там уже много звезд шоу-бизнеса, разных лидеров мнений. И это нереально круто, когда вот прослушиваешь, и такие кейсы. Вот человек зарегистрировался в Instant буквально несколько дней назад, и вот слушайте, что уже платформа ему дала. Звук нормальный будет? Да, я думаю, нормальный. Месяц. Вот. У меня уже сегодня опять, вон, я только вечером запустила, освободила часов 9 и запустила, и вот до сих пор пишут, двое записались уже мне на завтра. То есть две так у меня были девочки, еще две на завтра записались на увеличение губ. Это с Инстайма. Да, добавим немножко кейсов, то есть, что у людей получилось на неделю. Во-первых, мы очень благодарны всем людям, которые помогают нам развивать платформу. Десятки тысяч пользователей уже заинтересовались Instant. От вас очень большая активность, очень много рекомендаций, советов. Мы ко всем стараемся прислушиваться, насколько это максимально физически возможно. Мы постоянно расширяем штат саппорта, технической помощи, обычной помощи. Стараемся людям помогать, которые даже не пользуются Инстаграмом. То есть делать так, чтобы для всех было все максимально комфортно. Может, покажем кейсы Димы Дмитрия, еще одного нашего амбассадора? Так, да, буквально вот сейчас. Сразу на его ссылку перейдем. Сейчас, да. Давай я найду. Вот. И далее перейдем на трансляцию нашу и ответим на вопросы. Звук есть у нас? Ребят, встретил свою подписчицу, которая по моей рекомендации в Инстаграм, я сам в шоке. Что кроме подписчиков еще приходит? Сколько заказов пришло на путевки? Ну вот сразу на третий день, наверное, после того, как я подписалась, 2 заказа пришло живых. А какой чек? Чек не сильно большие, там был один автобусный тур по Европе, там уже не помню точно, порядка 100 или 200 евро. И один заказ мы еще обрабатываем, еще продажи пока не было. Причем, я сам в шоке, что Instant так быстро дает такие результаты, в 14:00 проведу прямой эфир на эту тему. Ребятки, провели только... Нам очень приятно, что это помогает вашим бизнесам. Мы, честно говоря, удивлены, что это так быстро работает у всех. Это далеко не 2 кейса, которые мы получили от людей. Нам приятно, что различные блогеры включаются, лидеры мнений, звезды. То есть в нашем проекте уже есть реальные звезды телевидения, которые для всех вас уже как родные, потому что с телевизора. Вот, поэтому реально большое спасибо всем. Перейдем на трансляцию. Какая у нас там ссылка, Вадик? Что ты имеешь в виду? На YouTube, чтобы отвечать на вопросы. А, все, так. Давайте сейчас можно нам вывести на экран. Вот, сейчас я, друзья, я очень вас попрошу. Пожалуйста, максимально конструктивные вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы технические, то обратитесь к человеку, который вам порекомендовал сервис. И, скорее всего, на 99% вопросов, которые получает служба поддержки,
все ответы только из-за того, что люди что-то не изучили, в чем-то не разобрались. Поэтому я вас очень прошу, прежде чем рекомендовать сервис другим, изначально разберитесь в нем сами. То есть, если у вас вышестоящий человек, который вам пригласил, не может помочь, то обратитесь еще к другому, к человеку, на которого вы подписались, выполняя задание в Инстаграме. Можем еще отключить? Так, ждем пока в чат включение нашего чата. Техническая поддержка, ребят, мы стараемся сделать сервис, изначально мы стараемся сделать сервис максимально похожим на Instagram, чтобы все, кто им пользовались, легко могли разобраться в Инстаграме. Но так получилось для нас неожиданно, что люди начали заходить в Инстаграм и только из-за Инстаграма создавать себе аккаунт в Инстаграме. И им пришлось обучаться. Поэтому мы стараемся для всем дать ответ. Даже если мы не успели ответить в ближайшее время физически, мы стараемся отвечать на почту. Можете глянуть ваши почты, проверяете, которые вы оставляете в запросах. Мы стараемся всем отвечать, чтобы каждый был услышан. Да, ребят, и задача продукта, задача Инстайма – это не дать вам просто там 10, 20, 30 лайков, да? Задача Инстайма – это повысить ваш рейтинг, повысить и дать вам возможность, чтобы еще больше аудитории увидела то, что вы публикуете в интернет, для того, чтобы получить больше лидов. Ну, в зависимости от цели, которую вы преследуете в соцсети Инстаграм. И вот я думаю, то, что Вадим рассказал механику, что все абсолютно, кто заказывает комменты, то есть вы на каждый пост можете заказать там 50 комментариев. И эти же 50 комментариев распределяются между другими участниками платформы Инстайм, и они таким образом выполняют задания. То есть происходит экосистема, то есть это своеобразная экосистема, где люди узнают о друг друге, где люди помогают друг другу, и где люди могут на этом еще заработать не очень неплохие деньги. Так, что у нас по комментариям? Друзья, сейчас мы открыли возможность комментировать. Обновите все страницы, перезагрузите все сейчас все свои страницы, обновите сейчас страницу браузера, и у вас будет возможность писать комментарии нам. И, наверное, вот если я повторюсь, если уже сказано было это. Ну, онлайн, да? В онлайн, но обновляется, понял? Да, я повторюсь еще, что самое главное, сервис Instime, он не является конкурентом абсолютно никому. Это не сетевой проект, это не сетевая компания. Это в первую очередь сервис для органического продвижения и монетизации своей активности в Инстаграме. Поэтому я вас очень прошу, если вы активно развиваете Instime, если вы зарабатываете по партнерской программе, если вы начали уже строить свою команду, доносите правильную информацию людям, потому что это сервис с партнерской программой, который практически нужен абсолютно любому пользователю Инстаграма. Да, то есть мы стараемся не искать себе конкурентов, мы стараемся быть максимально полезными для всех. Соответственно, мы это и показывали, что мы полезны обычным пользователям, людям со своим бизнесом, либо людям, которым интересно продвигать свой личный бренд. Так. Так, неужели у нас нет комментариев? Неужели у нас вопросов нет? Не может быть. Я даже думал, удивительно. Сколько всего сейчас участников? Участников в проекте мы разрушать не будем, но намного больше, чем мы думали. Да. Десятки тысяч человек заинтересовались проектом. Точные цифры пока что не будем называть. Было бы неплохо слайды на разных языках. Друзья, сейчас прямо в эту минуту, в эту секунду переводится сайт, переводятся слайды, переводятся видеоролики, поэтому это все тоже будет доступно. Так, скажите, не могу понять, где задание для выполнения. Во вкладке «Задание» находится задание, которое нужно вам выполнить. Во вкладке «Дашборд» – это ваш медиа, ваш контент, там вы можете заказать себе продвижение. Можно ли развивать несколько аккаунтов Instagram в Instagram? Можно развивать, но не в одном Instagram аккаунте. Один Instagram аккаунт для одного аккаунта в Instagram. Так. Теперь слишком быстро. Да, теперь слишком много. Какие будут большие пакеты в будущем? Ребят, будет пару пакетов в будущем. Я сейчас вам даже покажу картинку. Это будет наш небольшой бонус. Да, это то, что сюрприз сегодня. Те, кто посмотрели трансляцию. Вот, так выглядит обновленная страница, финансовая. Мы видим, что у нас здесь есть текущий баланс. Будете видеть, сколько у вас по данный момент денег на счету. Будете видеть, сколько вы всего заработали в проекте. Вы сможете пополнить ваш баланс, чтобы докупить трафик. Кстати, что-то тоже будет нововведением. То есть пользователи. Сейчас, одну секундочку. Телефон свой найду. Так. Ну, неважно, он вообще не нужен. Соответственно,
мы добавляем возможности. Покупки, услуги дополнительные. Если вам не хватило 30 тысяч, если у вас большой бизнес, вам нужно много рекламы, либо вы хотите слишком активно, вернее, очень активно развивать свой личный бренд, можно будет докупить продвижение на лайки, продвижение на комментарии, на просмотры и сохранение. То есть 30 тысяч не будет являться ограничением, можно будет их докупить. Далее, можно будет перевести средства для вашего товарища, у которого, возможно, нет денег на кредитной карточке, либо, возможно, есть какие-то проблемы с банком. Вы можете перевести ему средства, и он сможет за них оплатиться. Перевод денег доступен при наличии 3 активно приглашенных людей. То есть, если у вас есть 3 активных личных приглашения, вы можете переводить деньги по системе. Также вывод доступен при тех же условиях. Есть 2 режима подписки. Есть VIP и Pro. Они могут быть одновременно и VIP, и Pro. Пакет VIP означает, что это пакет, который уменьшает количество необходимых выполняемых заданий. То есть вам не нужно будет выполнять 30 заданий в день. То есть пакет практически без заданий. Их не нужно будет обязательно выполнять. По желанию, конечно, можно. И пакет Pro. Пакет Pro – это бесплатный режим, который пользователь получает, если он позвал 3 человек в месяц. Если он позвал 3 человек за месяц, и они активные, тогда он получает себе пакет Pro. Он удваивает эту услугу, он получает себе больше просмотров видео, больше лайков, больше комментариев и больше сохранений. Как еще раз повторюсь, это новая информация. Человек может быть одновременно и VIP-ом, и Pro, и еще и докупить себе услугу. Также дополнительные сервисы, о которых я говорил, это просмотры сторис, это зрители прямой эфир. Вернемся к вопросам. Так, нам отключили чат? Нет. Другой? Обновим. Так. Сейчас дойдем. Возвращаемся. Так. Сейчас мы подгрузим все сообщения, чтобы никого не пропустить. Что будет в блоках обучения? В обучении будет обучение, как правильно вести свой Instagram-аккаунт, как правильно использовать нашу услугу. Для людей, которые оплатили ежемесячную подписку, которые активировали услугу, еще помимо того, что у них будет открываться лайки, возможность заказать себе лайки, комментарии, просмотры, сохранения после выполнения заданий, так еще и обучение по тому, как правильно вести свою страницу, как обрабатывать фотографии, как правильно писать посты, то есть полностью конкретные советы, практические рекомендации по ведению своих учетных записей. Так, идем дальше. Оплата и вывод в криптовалюте. Будет ли возможно? Ребят, мы работаем максимально по-белому. Мы официальная международная юридическая компания, юридическое лицо. Мы сотрудничаем с банками официально, напрямую. Мы сотрудничаем со сотовыми операторами. Соответственно, как вы знаете, не в каждой стране разрешены криптовалюты. По мере возможности, где это будет возможно, мы будем это добавлять. Там, где это будет невозможно, вы сможете себе вывести на e-payments, и от e-payments вывести себе на криптовалюту. Что добавится в ближайшее будущее? Ребят, мы добавляем в ближайшем будущем изменения, которые я уже показал. Это режим VIP, это режим Pro, это просмотры сторис, это зрители прямой эфир, это таргетирование аудитории, можно будет таргетировать вашу аудиторию. То есть, если вы хотите, чтобы с вами взаимодействовали, вас просматривали, лайкали, комментировали люди с вашей стороны, либо с вашими интересами, это все можно будет сделать. Также мы стараемся максимально сделать сервис доступным для всего мира. Мы сейчас работает на протяжении дня регистрация с помощью почты вместо телефона, потому что некоторым людям телефон давался трудно. И мы добавляем еще дополнительные меры безопасности в проекте. Мы добавляем вывод средств с подтверждением SMS-номера либо почты, либо можно будет добавить двухфакторную аутентификацию. Использует Google аутентификатор. Момент технических работ. Хорошо, ответьте на технические вопросы. В момент технических работ у некоторых людей сорвалась регистрация партнеров, и они не получат свой бонус – бесплатный месяц работы с сервисом. Я не увидел здесь вопроса.
Я не могу войти в аккаунт ни с одного из 6 браузеров в режиме инкогнито. Восстановление пароля не работает. Возникает уведомление с текстом undefined. Можно я отвечу? Упущено время. В общем, ребят, это все на самом деле индивидуальные проблемы. Как видите, все остальные пользователи пользуются сервисом. Код в проекте, платформе, с помощью которого работает сервис, он один для всех. Не может быть, что он это не живое существо. Он не может думать. Это не нейронная сеть. Это не искусственный интеллект. Он один для всех. Он не может работать для меня хорошо, а для Вадима плохо. Соответственно, если у вас возникли какие-то трудности, мы с удовольствием вам поможем. Обратитесь в техническую поддержку. Не ждите, что это решается за 3 секунды. В технической поддержке нужно понять, в чем именно проблема. То есть у каждого у нас на компьютере есть 1000 различных вариаций проблем. Им нужно выяснить, что же у вас не так на компьютере, и вам с этим помочь. Иногда это бывает не так быстро. Поэтому имейте, пожалуйста, терпение, обращайтесь в службу поддержки. Мы специально для вас ее сделали. И будем стараться максимально лояльно всем помогать. Привет. Говорите, что будет чистка. Многие зарегистрировались и изучают, чтобы быть информированным, а потом оплатят. Ребят, чистки не будет, будет компрессия. Мы, к сожалению, не можем поступать с нашими пользователями, с людьми, которые заинтересовались, потратили свое время, инвестировали в наш проект, сделали себе аккаунт. Мы не можем просто нагло их удалить. Мы можем не давать им зарабатывать, мы можем не давать им пользоваться сервисом нашим в полной мере. Мы можем давать им дополнительные услуги, мы можем ограничивать различные функции и так дальше, но удалять, я думаю, что это будет не совсем лояльно. И мы не учитываем этих сервисов, этих людей в вашей структуре. Каждый день надо выполнять задание. Задание нужно выполнять только в тот день, в котором вы хотите пользоваться сервисом. Если вы хотите правильно вести свой Instagram-аккаунт, вам не нужно выкладывать в день по 10 фотографий. Вам не нужно использовать сервис на уже предыдущие посты. Вы должны выложить фотографию сегодня, сегодня использовать наш сервис, но для этого вам нужно выполнить задание. Всего лишь 30 заданий, максимально это 5-10 минут. Но с помощью этого вы получаете органику. Можно сделать еще 5000 сервисов, которые уже существуют, которые не органические, которые боты, скрипты и так далее. Но у них не будет иметь смысла. Суть сервиса в том, что каждый из вас помогает каждому из вас. Поэтому, да, к счастью, наверное, к счастью, задание выполнять нужно. Какие преимущества у людей, которые входят в лидерскую группу? 3 личника и 100 человек в сети. А об этом мы поговорим во вторник. Всех этих людей мы соберем во вторник, мы дадим время, дадим ссылки реферальные, дадим всю необходимую информацию, не реферальные, а пригласительные. Я уже совсем с этим сетевым маркетингом. Для меня это реально новая тема. Это первый проект для меня с сетевым маркетингом, соответственно, с такой большой партнерской программой. Можно ли сменить телефон будет? Скорее всего, телефон можно будет сменить. Когда будет приложение для iOS? Ребят, приложение уже есть на iOS и есть на Android. То есть они были некоторое время в Play Market, они были некоторое время в Apple Store. Были в декабре. Мы их убрали, потому что очень активно развиваемся. Мы прислушаемся к вашим требованиям, мнениям, предложениям. Мы внедряем все эти обновления в веб-версию на сайт, но мы не успеваем пока что добавить все это в мобильное приложение. Мы постараемся, сделаем все возможное, чтобы они были уже в апреле со всем функционалом новым. Вот. Якщо людина, яка підписала, не оплачує підписку на наступний місяць, як це впливає на лінії відсотків? Ребят, смотрите, у вас команда, которая состоит из 15 линий, это суммарно 22 миллиона человек. То есть, если у вас заполнится 22 миллиона человек в вашей команде, тогда будет работать компрессия. То есть все следующие люди, которые будут заходить, они будут взаимозаменяться на людей, которые не оплачены. Но для этого нужно создать себе команду с 15 линий. Поэтому не переживайте. Даже люди, которые не оплачены, они особо плохого вам ничего не делают. Какие есть услуги у бесплатного аккаунта? Бесплатный аккаунт – это так называемая рабочая сила для нашего проекта. Эти люди проходят дополнительную верификацию, дополнительную проверку, которую, кстати, мы дополнительно еще внедрим, наверное, на следующей неделе протяжении, либо еще на следующей, через одну неделю.
Эти люди проходят обязательные проверки на качество своего аккаунта. И далее они могут выполнять задания для уже активированных пользователей сервиса. Эти люди не выполняют 30 заданий и получают тебе там всю остальную услугу. Этим людям, чтобы получить себе 30 тысяч лайков, нужно будет выполнить 60 тысяч. Наверное, даже за месяц это не получится сделать. Если человек случайно перешел не по моей ссылке, а по ссылке другого человека, возможно ли ему поменять человека, под которого он хотел бы подписаться? Друзья, мы не можем менять людей местами, мы не можем людей удалять, это максимально некорректно, как мы считаем, и максимально нелояльно к людям. Мы ко всем хорошо относимся и ко всем относимся равноценно. Все мы с вами одинаковые люди, и никто из нас не лучше, не хуже, поэтому ну, мы не можем взаимозаменять людей без их ведома, если он там сам лично не попросит об этом, и удалять людей, даже если он там не оплатился, а вы его позвали. Абсолютно у каждого участника платформы, абсолютно у каждого клиента сервиса равные условия. Лайки приходят с сильным запозданием. Это может быть и 2 часа, и 8 часов. Проблема решится. Ну, во-первых, Илья, спасибо вам за такой хороший отзыв. 2 часа, если вам приходит там 3000 лайков, которых вы заказали 2 часа, то это очень хороший результат. Это не накрутка, ребят. У нас нет программы, у нас нет компьютеров и телефонов запрограммированных, которые вам лайки ставят. Эти лайки расходятся по всей системе заданиями людям, по специальному алгоритму. И люди выполняют вам лайки, и задания, и комментарии, и тому подобное. То есть это делают люди. И если мы уже там, всего лишь через неделю после предстарта, после начала предстарта кампании, обеспечиваем вам необходимую услугу в течение 2 часов, мне кажется, это хорошо. Конечно, это время будет сокращаться. Чем больше пользователей в системе, тем время сокращается. Но мне кажется, это уже хорошо. Причем добавлю касательно нашей услуги, что она дает попадание в топ, рекомендации и так далее. Даже если вы получите услугу не в течение 8 часов, а в течение 15 часов, при том лимите, который мы даем на один пост, вы все равно будете в топе в большинстве локаций. Если из личного приглашения я получаю ежемесячно 10%, то сколько процентов получает тот человек, пустая ячейка, которому попало? Не совсем понял вопроса. Получает человек, пустая ячейка, которому попало. Смотрите, ребят, если вы помогли своему члену команды, участнику вашей структуры, и переливом добавили ему человека, то есть подставили под него своего человека, который пришел по вашей реферальной ссылке, то есть вы с него зарабатываете первый месяц 15%, все последующие месяцы 10%. А человек, если в вашей команде активный, тот, которому вы поставили, то есть он оплатился, то с него он получает 5%, если он попал ему в первые 4 линии. Если в остальные линии, то согласно маркетингу проекта. Обучение будет бесплатное. Возможно, будет дополнительно сделать и оплатно. Вы красавцы, но рассказывать, по моему мнению, не нужно сказки про 12 миллионов, а прослужите на пути к ним. Ребят, конечно, мы не надеемся и не живем, наверное, в розовых очках и не считаем, что каждый пользователь сервиса заработает себе по 12 миллионов. Нет, это легко могут быть тысячи, это могут быть десятки тысяч долларов, если вы будете активно выполнять работу. Миллионы, конечно, добьется не каждый. Но я уверен, что какие-то люди, я реально так считаю, правда в это верю, что какие-то люди, одни из первых, возможно, как раз Вадим таки, такие суммы реально получат. Если просто весь... Вот сейчас эта история начинается с СНГ. Эта история начинается с Украины, России, Казахстана и ближайших нам стран. И у нас вся эта история развинута не очень сильно. Они не знают, о самом Инстаграме знают немного людей. У наших топовых блогеров всего лишь там 10-15 миллионов подписчиков. Это самые топовые блогеры, которые есть. На Западе у людей 10 раз больше. Это 150 миллионов подписчиков, это 100 миллионов подписчиков, это 120 миллионов подписчиков. Это очень много людей. Соответственно, как только эта история перейдет туда, как только они о ней узнают, эти люди будут все равно становиться в вашу команду, в вашу структуру. И вот если таких людей будет 20 миллионов, то это реальные цифры. Конечно, для этого вам не нужно будет просто вбивать потолок и думать об этом. Это должна быть большая работа. Вам нужно заниматься своей командой, вам нужно ее мотивировать, обучать, помогать ей. То есть вы должны поставить себе цель, которую вы хотите добиться, и идти к ней, и делать все для этого. Бесплатный сыр, друзья, только в мышеловке. И на самом деле возможности партнерской программы, они очень глобальные, велики, и практически сейчас
сказать, чтобы какая-то компания в мире была бы настолько щедрая, как бы без преувеличения, да, 66% отдавать обратно партнерскую программу, ну, очень, очень мало, а то, наверное, и нет таких компаний. Поэтому, если вы думаете, что вы достаточно просто оплатите подписку за $58 и зарегистрируетесь, и ничего для этого делать не будет, будете, конечно же, ни о каких деньгах там и речи не может идти, о каких-то миллионах. Но если вы направленно, целенаправленно, помимо того, что будете пользоваться услугой сервиса и еще развивать ее по партнерской программе, то я думаю, результат будет налицо, и уже на данный момент, на данную секунду есть лидеры, которые заработали и вывели уже более 3-4 тысяч долларов. Да, там за неделю. За неделю. За неделю. Да, это очень хорошие результаты. Я сам удивлен, честно говоря. Вопрос. Возможно ли видеть телефон и почту зарегистрированного аккаунта? Мы, к сожалению, не можем разглашать данные которые, людей, которые с вами никак не связаны. Мы планируем добавить эту возможность для людей, которых вы лично позвали. То есть людей, которых лично вы позвали, вы будете видеть их данные, которые они ввели. Потому что вы по факту и так их знаете. Для людей, которые позвали другие люди, этой возможности не будет. Скажите, пожалуйста, как правильно работать с хэштегом и с чем-то еще? И шел, чтобы попасть в топ. Да. Для того, чтобы попасть в топ, нужно опубликовать свой пост, где вы напишете там 4-5 уникальных своих хэштегов по тематике поста, который вы написали, и заказать туда уже интегрированную фотографию в Instagram, на нее нажать и выбрать лайки, комментарии или сохранение, или же все вместе. Все вместе лучше. Ну да, для более эффективного результата. И таким образом просто наблюдать, как ваши публикации полетят в топ. Да, расскажу немножко еще более подробно по механизму работы Инстаграма. То есть есть топы по хэштегам, есть топы по локации. Перед тем, как продвигать свою фотографию, зайдите на этот хэштег, по которому вы хотите быть в топе, либо по локации, зайдите на самую первую топовую фотографию и посмотрите, сколько на ней есть активности. Когда она была выложена, это очень важно, когда она была выложена, и сколько у нее лайков, просмотров и комментариев. То есть вам нужно выложить фотографию мгновенно, грубо говоря, и дать большую активность. Примерно, то мы специально подсчитывали и лимитировали таким образом нашу услугу, чтобы вы не тратили лишнее, чтобы вы не использовали чрезмерно сервис и не выбрасывали свои деньги на воздух. Соответственно, та услуга, которую мы даем, если вы очень хотите попасть в топ, возьмите свою фотографию, опубликуйте ее, сразу же зайдите на Instagram, закажите себе на нее комментарии, просмотры, лайки, сохранения. И с вероятностью 95% вы точно будете в топе на первом месте. Возможно, там, если не на первом, если какой-то очень серьезный топ с большой конкуренцией, то точно в первой десятке. Да, и сейчас хочу еще сказать информацию для тех, кто, возможно, не настолько глубоко и знает механики работы Инстаграма. Если вы после того, как заказали продвижение в Инстаграме, зайдете на свою публикацию и посмотрите ее статистику, то у вас именно в разделе «Из профиля» будет отображаться количество людей, которое пришло через Инстаграм. То есть Инстаграм не отображает ни одного бота, ни одной накрутки в статистике. Через Инстаграм в разделе «Из профиля» вы сможете посмотреть, сколько это. Ну, понятно, там еще будет дополнительное, которое люди уже подписаны на вас увидели, но тем не менее, это легко проверяется. Да, очень хорошо видно разницу, сколько у вас было до использования Инстаграм и после. Подтверждайте регистрацию аккаунта после ознакомления с правилами участия. У нас есть правила участия, к сожалению, их никто не читает, к моему большому сожалению. Мы реально старались писать их, но и реально очень много таких, как вы называете, плоских вопросов. Поэтому, ребят, если есть какие-то вопросы по Инстаграму, по Инстаграму, старайтесь задавать их человеку, который вас позвал, который рассказал вам о нашем сервисе. Либо если вы увидели рекламу где-либо, старайтесь человеку, который владеет промо-ссылкой, которую он вам дал, задавать ему вопросы. Потому что вас реально очень много, спасибо вам за это, но у нас не так много людей поддержки. И штат уже расширяется для того, чтобы быстрее-быстрее все эти запросы обрабатывать, поэтому стараемся максимально быстро решить. На казахском будет видео. Ребят, скорее всего, да, мы вообще очень сильно любим Казахстан. Я в Казахстане провел очень много времени в Алмате. Это, конечно, не относится к нашей конференции, но мы любим Казахстан, и, скорее всего, да, она будет максимально комфортна для каждого человека. Какие языки будут? Когда? Есть некоторые сложности с языками. Мы стараемся использовать не переводчиков, а людей, которые являются коренными носителями, и максимально правильно подбирать контекст и текст, который мы несем, чтобы смысловая нагрузка и диалоги передавалась корректно для людей, которые общаются на этом языке.
с этим возникают трудности, потому что мы сами не мультиязычные, мы не знаем 15 языков. Поэтому мы стараемся заказывать у людей услуги, потом перепроверять их, аудировать, чтобы вы получили максимально качественные переводы и текст. Языки, наверное, это будет на 10 топовых языков по Инстаграму. И наши ближайшие страны, братья, в том числе. Ближайшие зарубежья. Да. Каждый месяц должно быть 3 оплаченных человека или один раз достаточно. В зависимости от чего. То есть вы получаете, если вы за раз позвали, определенные бонусы, но, допустим, вы не можете вывести, если у вас нет 3 активных оплаченных человека. Также, если вы первый месяц позвали 3 человека, которые активировались, то вы получили себе удвоение услуги. Если во второй месяц вы этого не сделали, то удвоения услуги не будет. То есть на эти вопросы более подробно будем отвечать, если будут такие вопросы. А что если человек зарегистрировался и не собирается работать? Ну, возможно, такой вариант, что человек зарегистрировался и собирается пользоваться сервисом. Это тоже, ну, возможно для человека просто использовать услугу. Не обязательно его развивать по партнерской программе. Да. Но, тем не менее, он еще будет получать переливы, и таким образом он еще сможет от этого зарабатывать. Сейчас, да, то есть мы не против, чтобы пользовались нашим сервисом. Мы все-таки изначально продукт, мы изначально сервис, а не сетевая компания. У нас просто есть партнерская программа, поэтому это вполне нормально, если человек сделал себе аккаунт и не собирается работать. Но вместе с этим сама платформа мотивирует его выполнить стратегию компании, позвать 3 человека первую неделю. Это различные смс-уведомления, возможно, вы их себе уже получали. Это уведомления на почту, это те же различные бонусы и в том числе... вот. Наверное, очень много бонусов и реальной мотивации, чтобы человек позвал 3 человека. А, вспомнил. О переливах. Если человек получает переливы, он получает себе дополнительные финансы на счет. Чтобы вывести эти финансы, ему нужно позвать 3 человека. То есть мы стараемся мотивировать каждого, чтобы он это сделал, но мы не от каждого это ждем. Ребята, дайте людям реальный контент, который поможет подтягивать народ. Реальные кейсы, реальных людей, законодательные мнения. Выделяйте больше времени на обратную связь. Мне никто из вас двоих так не ответили. Вы писали лично нам в личке. Ребят, касательно своей лички, я не буду говорить о Вадима, но у меня в личке 400 неоткрытых чатов. 400, ребят. Причем это не люди, которые написали и ждут. Это люди, которые постоянно обновляются. Мне люди звонят на телефон. Я не против, чтобы у вас были мои данные. Я ни от кого не скрываюсь. Они реально есть у многих людей. Но вот... мне звонят люди с Кипра, мне звонят люди с Казахстана, мне звонят люди с Бразилии, с Испании, с Украины, России и так дальше. Причем звонят любое время суток, я могу спать 3 часа ночи, они все равно мне звонят. Они мне пишут смс-ки, поэтому извините, ребят, я физически не могу ответить. Я стараюсь сделать для вас сервис, работать, чтобы у вас все было хорошо. И еще стараюсь в свободное время, там, когда я кушаю, например, вам отвечать на вопросы. Но если я реально не ответил, то простите, я стараюсь. Но для этого есть служба поддержки. Да, друзья, на самом деле та же история. У меня утро начинается в 5 утра, потому что разница с Казахстаном 4 часа. И когда в 9 утра, в 5 утра по Киеву они звонят, и то есть, когда уже по 18 пропущенных 5 утра день начинается, поэтому если мы вам не отвечаем в Телеграме, в Инстаграме, в Ватсапе, друзья, поймите, на что же правильно, там лички просто на разрыве, серьезно. Мы сейчас упаковываем, готовится очень много промо-материалов, очень много видеороликов, очень много кейсов, обратной связи, людей, у которых уже есть лиды, то есть вот мы только получили, вот буквально вот сейчас на протяжении часа мы сразу отправили, уже это обрабатывается, поэтому это все в процессе готовится. Этот продукт казахстанский, ребят, этот продукт международный. И это международный продукт. Не нужно присваивать ему там Украину, Россию, Казахстан и так дальше. Много людей работали над ним. Некоторые люди работали, помогали маркетингу, помогали своим опытом. Некоторые люди, то есть, в том числе, инвестируют свое время в наш продукт. Мы благодарны нашей команде, в том числе и Вадиму, который с нами работает, делится экспириенсом. Вадим, у парня уже свое агентство по маркетингу. Поэтому он тоже не пришел с улицы на Инстайм. Не с улицы. Вы не боитесь, что Инстаграм может сам вести подобную услугу? Да, мы, наверное, не боимся. Инстаграму выгодно с нами работать. Инстаграм получает с помощью Инстайма себе новых пользователей. То есть, возможно... Причем мы не нарушаем его правила. То есть вы можете прочитать руководство пользованию Инстайму, их политику и так дальше. Там нигде не говорится о том, что то, что мы делаем, запрещено.
То есть, соответственно, мы не нарушаем их правила, мы им только помогаем. Единственное, что можно, они захотят с нами сотрудничать и нам помогать. Это было бы неплохо. Это уже будет по-другому разговор. Да. Будет ли удаляться неактивное поле системы? Они не будут удаляться, но они не будут учитываться. Ребята, сделайте нормальный фон инстаймовский за спиной. А, ребят, приняли, мы любим лофт. Ну ладно, мы сделаем, конечно, обязательно, но лофт – это любовь. Ну, моя лично, я такой вот очень не креативный, не творческий человек. Ну, возможно, креативный, но не творческий. Поэтому мне максимально комфортно и на стуле, и на подушке, и на полу, и в лофте. Поэтому кому, конечно, бесит картинка, мы постараемся лично для вас сделать фон инстайма. Планируется ли повышение стоимости пакетов в будущем? Повышение стоимости нынешних пакетов не планируется. Планируются только различные дополнительные функции и новые пакеты. Не могу. Сделайте, чтобы можно было 2-3 аккаунта регистрировать на один телефон, как в самом Инстаграме, возможно, только для лидеров. Друзья, сейчас уже ответили. Один телефон, один Инстаграм-аккаунт. То есть один аккаунт интегрируется с Инстаймом, и в таком формате все происходит, происходит такое взаимодействие. Объясню почему, ребят. Потому что каждый человек, который в нашем проекте, это член, это ячейка, это... Личность. Личность, да, которая находится в вторичном дереве. В вторичном дереве, неважно, даже если он не звал людей, возможно, он получит себе бонусом, переливом от вышестоящих людей. Там месяц, два, три, полгода, неважно, сколько это будет времени, он получит себе некое количество подписчиков. Это может быть 2-3 тысячи человек. У нас в проекте есть правило. Максимум быть подписан на 15 человек всего. При этом получить до 22 миллионов подписчиков, тех, которые будут стоять под вами. Но максимум на 15 человек быть подписанным. Если вы начнете менять свои инстаграм-аккаунты, то людям придется подписываться не на 15 человек, на 20 человек, на 30 человек, на 40 человек. Откуда взялась цифра 15? У каждого из нас есть количество людей, на которых мы подписаны. Это может быть 100 человек, 200, 300. Я еще не видел людей, у которых там 10-20. То есть обычно это там 200-300 человек. Из них, если это будет 15 ячеек с инстайма, они не испортят вам ленту, они не будут вам мешать, они не будут вам надоедать. То есть это максимально влияет на ваш старый аккаунт. Но при этом это дает всем подписчиков, дает всем аудиторию, дает всем статус на рейтинг. Поэтому, чтобы соблюдалось правило, 15 подписок максимум, и можете получить до 22 миллионов. Это может быть не 22 миллиона, это может быть 1000 под вами, это может быть 10 тысяч, это может быть 5 тысяч, это может быть 20 тысяч. Вот. Но чтобы получить себе это количество, нужно быть подписан максимум 15. И для соблюдения этого правила мы не можем менять Instagram аккаунты после покупки. Так. Идем дальше. Не могу зайти с телефона, пишет неправильный пароль. Друзья, смотрите, если у вас возникают какие-то трудности, если у вас не заходит, если у вас какие-то на моменте регистрации или на моменте уже подключения, авторизации происходят трудности, заходите через инкогнито. Если вы заходите через инкогнито и еще на всякий случай почистили куки и кэш, если вы не знаете, как это сделать, вы можете загуглить. Вот, и если вы эти действия повторили, все будет работать, все функционирует. Поэтому я вас очень прошу, если у вас какие-то технические моменты возникают, решайте их через человека, который вам порекомендовал сервис. Потому что, повторюсь, 99% вопросов, которые получает служба поддержки, это вопросы чисто из-за невнимательности людей, которые не изучили, не разобрались, как функционирует сервис, не понимают, как в нем работать, и уже там начинают задавать вопросы. Так, ответим еще Виктору на вопрос. Касательно неправильного пароля. Там есть кнопочка «Я забыл свой пароль». Вводите номер своего телефона, вам приходит новый, и вы можете им пользоваться. Я думаю, мы еще 10 минут поотвечаем на вопросы и закончим сессию, потому что это может очень долго длиться. Да, еще много операционных задач. Так, ввел неверный логин и проплатил подписку. Я вот только что отвечал на этот вопрос, надеюсь, вы меня поняли. Это не моя там личная прихоть, или я такой вот вредный. Потому что есть правила системы, и мы стараемся, чтобы не нарушали. Изменить свой логин в Инстаграме можно до покупки. До момента того, как вы купили, можно изменить. Потому что после вы уже отображаетесь людям, чтобы они на вас подписались. Привет. У меня с перелива перешли 4 аккаунта. Они не проплаченные. Ой, у нас чат сбивается. Они не проплаченные, далее они не помешают моим личникам зарабатывать. Нет, люди, которые не оплачены, не мешают вашим личникам зарабатывать, и вам в том числе. Да, вот, видите, уже 4 аккаунта перешли вам переливом. И лучше их замотивировать, лучше узнать, от кого они пришли. У вас есть Instagram-аккаунты, их написать им в директ и замотивировать их, чтобы они активировались. Это вполне реальные активные ячейки в вашей команде.
Надо каждый месяц звать по 3 человека или единоразово, в зависимости от того, какая у вас цель. Вы можете звать хоть каждую неделю, хоть каждый месяц, хоть каждые 2 месяца. Но чтобы получить минимальные бонусы, нужно позвать 3 человека первую неделю. То есть, если я подписалась 10 дней назад, а оплатила 3 дня назад и пригласила 3 знакомых, которые оплатили аккаунт, я не участвую в промоушене. Да, к сожалению, вам придется оплатить в следующем месяце подписку в стоимости 58, потому что начинается отчет с момента регистрации. С того момента, как вы получили ссылку от другого человека и сделали себе аккаунт. Елена, ребята, вы большие молодцы. Спасибо вам за такие возможности. Елена, вам большое спасибо за приятные слова и за то, что вы пользуетесь нашим сервисом. Как правильно презентовать? В течение какого времени выполняются мои задания? Те, которые я заказываю? Это все очень субъективный человеческий фактор. Задания рассылаются по специальному алгоритму большему количеству людей, людям идет. Вы поставили себе 1000 лайков, задание пришло 2000 людей, чтобы они максимально быстро выполнились. Соответственно, все дальше зависит от людей, от человеческого фактора. Поэтому точное время мы сказать не можем. Как люди выполнят, так вы и получите. Когда мы ведем таргетирование, скорее всего, эти сроки могут еще быть более опоздалыми. Но, я думаю, через месяц, 2-3 мы сможем уже иметь какую-то статистику, среднюю аналитику и выводить примерно время ожидания вашей услуги. То есть мы будем знать, что примерно люди выполняют там 2-3 тысячи лайков за 2 часа по общей статистике за всю историю, по всему периоду. И мы можем вам предположительно говорить, что вы хотите вот такое вот количество лайков, это придет примерно за такое время. Но пока что у нас всего лишь там неделя работы сервиса, и мы не можем опираться на эти данные. Чуть позже сможем, будет более интуитивно. Ребят, запись спрашивает, будет ли запись этого эфира. Да, будет, поэтому сможете ее пересмотреть в Ютубе. Мы ее выгрузим потом на официальный канал. Можно ли будет и когда видеть список лично приглашенных? И нужно, чтобы можно было находить их в структуре, когда они встали. Да, ребят, мы вас услышали. Если некоторые люди помнят, в проекте изначально вообще не было вкладки «Структура». Я еще раз повторюсь, мы не делали сетевую компанию, я не эксперт в сетевом маркетинге, поэтому у нас даже не «Структура». Так, я закрываю чат. Вот, мы добавляем ваши пожелания, мы учимся вместе с вами, спасибо вам большое. И добавляем, усовершенствуем структуру. Можно будет видеть список лично приглашенных, активные они, либо неактивные. И смотреть, куда они стали в структуре. Так, друзья, спасибо. Еще на вопросы можно отвечать еще очень много и много. Давай ответим на 3 последних. Да, давайте 3 последних вопроса. Так, ребята, вы делаете огромную революцию в инсте. Красавцы. Кто такие юзеры, безымянные участники структуры? Ребята, юзеры – это те люди, которые успели подтвердить либо свою почту, либо мобильный телефон, но не ввели свой инстаграм-аккаунт. То есть они отпали на введение своего инстаграм-аккаунта. Вот. Сейчас это люди, которых, наверное, у них не было инстаграм-аккаунта, они их не вводят. Старайтесь людям, которым вы давали ссылку, доводить их хотя бы до момента пользования демо-версии проекта, чтобы они хотя бы увидели, как это все выглядит. Потому что не все пользователи даже вводят Instagram. Нам скидывают приложение Instagram. Нет, ребят, это не наше. Это немножко другое приложение. Оно уже давно есть. У нас оно было. У нас было довольно-таки много пользователей, более 500 пользователей в системе, но мы убрали. Ждите апреля, мы все объявим официально. Ребят, автоматического выполнения заданий нет. Мы не используем ваши пароли, мы не используем ваши данные, мы не выполняем задания вместо вас. Когда появится другая валюта? За границей напрягается конкретно, когда видит неизвестное обозначение. А другая валюта, скорее всего, это будет... не буду говорить, когда будет валюта, но мы стараемся, мы работаем с банками по этой сфере. Потому что эту другую валюту лично банки хорошо воспринимают. Люди, наверное, пугаются, но банки хорошо воспринимают. Вот. Да, вопросов дальше много. Могут ли взломать аккаунт Instagram? Ребята, я о себе скажу еще пару слов. Все время, которое я в IT, я занимался обеспечением для банков, для коммерческих организаций, это финансовые организации, это различные инвестиционные венчурные фонды, это проекты, в которых безопасность стоит на самом большом уровне, потому что безопасность касается напрямую финансов. Я получил некий опыт, который имеет вот очень маленькое количество компаний в мире вообще,
Я специально консультировал даже Google, который вы все знаете, которым вы пользуетесь по некоторым вопросам. И мы старались сделать Instagram максимально безопасным. То есть, помимо того, что мы не собираем ваши данные, мы не добавляли там функции автоматического удаления и так дальше. Потому что вот все, что может быть небезопасным, мы не добавляли. Вот. Ребят, всем большое спасибо. Да, я сейчас хочу закончить буквально все. Вот. Спасибо вам огромное за то, что вы час 30 с нами были, за то, что вы присутствовали на трансляции. Огромная вам благодарность. Мы надеемся, что это время вы провели не зря и поняли преимущества, как можно взаимодействовать с сервисом. Хочу сказать новость. Ребята, те, кто будут самыми активными, и сейчас, которая включится, у вас есть время до вторника. Если вы до вторника построите команду в 100 человек, мы вас добавим в чаты лидерские, где будет вся информация по развитию, по видению, по масштабированию, по тому, что будет на официальном открытии компании через 83-82 дня. Извините, если еще очень важно, что у вас будут напрямую контакты с уже существующими лидерами, людьми, у которых есть большое количество опыта, которые смогут дать вам рекомендации. Там в этом чате будем и Вадим, различные звезды, блогеры, инфлюенсеры, лидеры мнений. То есть это будет такой вот комьюнити. Костяк самых активных, самых крутых, самых мощных и тех людей, которые в этом сервисе добиваться самых огромных результатов. Ребята, еще раз всем спасибо. До скорых встреч, мы вас любим. Просто скажу, если вы после этой трансляции пригласите троих и попросите их повторить дубликацию, и так сделает каждый, то просто посчитайте в цифрах, сколько это получится подписчиков и сколько это получится приятных денежных бонусов. Спасибо вам огромное. Всем за трансляцию. Спасибо. Вадим, самых лучших выходных вам, самых лучших, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Хорошего дня. Давайте пока. Еще обратную связь. Скажите, если вам был полезен эта трансляция, если вам все было понятно, напишите, пожалуйста, свой отзыв сейчас в чат, сейчас, чтобы мы хотя бы понимали и взаимодействовать как, чтобы лучше и лучше с каждым разом подавать вам информацию. Да.